Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Мы с мамой ржем, у нас в полосочку, девочки в полосочку. Да. Одна так, другая попереку. Да, у нас сегодня распаковка посылки с сайта Василек. Праздник. Праздник, да. Итак, вот такой вот у меня получается заказ. Давайте покажу все по порядку. Во-первых, я заказала, короче, всем своим мужчинам носки, в том числе племешу. Только я забыла, где какие я заказывала. Ну, во-первых, нижнее белье очень понравилось. Кстати, очень такой, ну, хлопок тянущийся, очень качественный. В упаковке было по две штуки. Одна вот такая синяя. Ну, мужские трусы, да, и вторая вот такая серая, то есть я взяла две упаковки, у меня получилось вот такое количество. Вот с этой главное, смотрите, чтобы вот эта вот резиночка была широкая, потому что те, которые с тонкой резинки, в общем, он не носит и, ну, не понравились. Так, носочки, значит, маленькому своему заказала вот такие носочки, правда, заказала 28-32, но чтобы так посвободнее было. И здесь была упаковка из 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пар вот таких цветов. То есть темненькие, синенькие и вот такие вот. Очень тоже, кстати, приятные такие носочки. Нравятся. И заказала 2 упаковки вот таких теплых носков. Вот это я планирую младшему. Правда, взяла размер 30-35. Ну, что мало ли, на обычный носок одеть или... Ну, в общем, на вырос, чтобы мне надолго хватило. А вот это старшему сыночку тоже 35-40 взяла. У него сейчас размер 36-37. Как раз подойдет. Вот такие. Они идут в упаковке по 6 штук. Получается 2 сереньких, 2 синеньких. И вот такие, как желто-бежевые. Пойдет. Так, дальше у меня вот такие носочки. Это я взяла племяннику, мужу я брала еще в прошлом году, очень они тоже ему понравились, мега теплые носки, поэтому взяла сейчас племешу, здесь получается 3 штуки, вот такие 42-48, одна пара темно-серая, одна пара светло-серая и одна получается черная. Они не колючие, мягенькие внутри, ну просто обычные такие шерстяные теплые носочки, вот так внутри выглядят. Так, взяла еще, значит, упаковку... 6 штук вот такие мужские из бамбука. Тоже нам нравятся носки, но, как вы знаете, мужчины либо их теряют, либо рвут. В общем, все как обычно. Здесь бамбук, 15 полиамид, 5 спандекс. А, здесь упаковка из 6 штук. Одни вот такие светленькие, и остальные, получается, черные идут. Дальше взяла еще вот такие носки. Я, короче, брала и племяннику, и мужу. Ну, в общем, не знаю, разберутся они тут. Вот такие еще носки черные. И вот здесь вот взяла упаковку вот таких коротеньких носков. У меня любит муж тоже дома ходить в таких. И вот такие еще цветные. Тут получается вот эта упаковка чисто черные, а здесь одни белые, одни серые, такие темно-серые и черные. Ну, в общем, разберут у меня мужики носки. Мужчина вообще носки всегда пригодятся. Так, себе я взяла вот такие брюки, обычно спортивные для дома. Взяла я, получается, что 42 размер, ну, с какой-нибудь футболкой просто носить. Такие самые обычные, простые, внизу нет резинки, просто прямые, без кармашек. Вот с такими штучками здесь. Так, взяла маленькому моему 2 пары штанишков, размер 122, но мне кажется, они великоваты ему будут, не знаю. Но он у меня сейчас в садике, потом померю, ну еще постираю, может быть, подсядут, конечно, но они такие широкие прям штанишки, спортивные, я для садика ему взяла. В общем, беру все время ему штаны, и все время оказываются они большие. Так, здесь тоже у меня футболки, тоже не помню, что кому брала, вот это, наверное, племешу я взяла. Вот такую с черепом, серую. В прошлый раз не помню, какая мама у него в прошлый раз была футболка. Тоже серая, да? Темно-серая. Ну, в общем, короче... Там было написано, да, набрала, в общем, футболочку. Но это такие, как трикотаж такой. То есть, ну, такой приятненький. Вот, потом вот такую зеленую.
Рок. И еще вот такую синюю, но это 44 размер. Я думаю, что она у меня старшему моему подойдет. А вот эти, наверное, племешу. Вот это, наверное, старшему. Не знаю. В общем, тоже мужчины разберут. Сейчас как раз будут каникулы. В общем, разберут, кому что. И вот такие еще шорты взяла. Тоже, ну, кому-то. Либо моему старшему, либо племяшку. В общем, что-то я забыла, на самом деле, что кому я брала. Кто влезет, тот и будет носить, одним словом. Но шортики такие просто хлопковые, тоненькие, для дома вообще супер. Ну, и, конечно же, военная тематика. Правда, это пиксели, но неважно. А вот тут вот у меня маме. Давайте начнем отсюда. Заказала я ей вот такой бадлон. Правда, мама боится, что он ей что-то коротенький, вроде бы она говорит. Но сейчас померим, посмотрим. Он такой идет, видите, как это? Лапша, да, мама, это называется? Вот такая вот. Просто хлопковый. Я брала 58 размер. Сейчас мама померит. И он такой... Камера передает его светлее. Он более такой темно-зеленого цвета. Цвет морской волны, только очень густой. Да, вот мама говорит, цвет морской волны, только густой. Ну, вы поняли, да? Так, дальше. Здесь кардиган. Вообще, это идет как кардиган, но на самом деле, ну, по мне, так это просто кофточка. Размер 56 маме взяла. Тоже попробовать, потому что, мне кажется, он сидит так свободненько. То есть, здесь суть такая, что вот здесь вот скреплено, как бы прошито, прострочено, да, получается, по горловине вот здесь. И внизу идет вот такой... Ну, как распах такой. То есть можно, например, под майку одеть футболку или бадлон и поверх вот такую вот кофточку. Но она такая, видите, тоненькая и тоже лапшой. Так, и вот такую вот симпатичную кофтюлю. Маме она прям очень понравилась. 58 размера. Здесь вот такое вот есть украшение, которое можно, если вам не нравится, или если оно там испортится, например, вот здесь вот, ну, как... Отстегнуть. Ну, как не отстегнуть, просто отпороть. Вот. Взяла в 58 размере. Но она прям такая плотненькая. Как это? Трикотаж, да, мама? Угу. Плотный трикотаж. Здесь вот такие разрезики. В общем, сейчас мама померит, покажу. Так, вот этот бадлончик. Мама боялась, что он будет коротенький. А он оказался... Да, он оказался вот такой. Ну, он, конечно, в обтяжечку. Да. В обтяжечку, да. Вот, но... Но мне кажется, если сверху, допустим, что-то одеть, какой-то кардиган или какой-то, ну, то есть использовать его для тепла, или какую-то кофточку с таким глубоким вырезом. Или безрукавку какую-нибудь. Или безрукавку какую-нибудь. Что-нибудь такое. Да. Ну, да. Хорошо, под да. Что-то хорошо. Да. Нет, ну, у кого хорошая фигура, конечно, девочки там. Да. Да. Но мне кажется, цвет очень хороший. Поверни, да. Поверни спиной. Вот. Да, вот так вот. Самое интересное, что он приятно к телу. Хлопочек, потому что у меня есть бадлоны, но они синтетика, это ужасно. Я потихонечку избавляюсь, то есть покупаю себе хороших. Вот еще, пожалуйста. Тебе ничего не купила? Шерстка пришла. Да. Вот, я избавляюсь от синтетики потихонечку, потому что если сразу все выкинуть, то останешься в трусах и в лифчике, и все. Ну, да. Вот, а сейчас вот они вот качество хорошее, на самом деле. Мелкая лапша. Угу. То есть не крупная, а такая меленькая прямо. Так, а вот этот кардиган, который, да. Ну как бы идет как кардиган, но на мой взгляд это такая просто кофточка. Она вот с запахом идет, покажи. Она идет запахом, вот она вот так вот закреплена по вороту, девочки, вот тут на плечике вот одна половинка закреплена. Угу. Вторая вот здесь, то есть они вот тут закреплены на плечах. Угу. Вот она вот такая, вот, вот она как раз, вот распахнутая. Угу. Вот вторая закрывается. Вот такой длины. Угу. Тоже лапша. Но у нее очень интересный фасон. У меня вот здесь вот много. И вроде выгляжу не так. Надеюсь. Вот. А получается, видите, она как летучая мышь, даже кимоно. Нет, не кимоно даже. Летучая мышь, наверное. Да. А при этом... При этом, девочки, вот она, вот плечо, она заканчивается, и вот это как бы идет рукав. Вот он. Угу. Вот он, видите? Поэтому тоненько, тоненько очень, и не выглядит вот... Тяжело очень, да. Да, вот так вот. Не полнит сильно, да? Да. Вот считай вот. Да. И вот хорошо, как раз, мне кажется, с бадлоном или с какой-то майкой, да, одеть. Да, да. В принципе, даже можно вот под низ маечку одеть, как это топики называют, да, там, ну, неважно, чтобы
вот здесь вот. А еще можно, даже если у кого позволяет, возможно, вот тут даже поясок. Ну, вот, да. Пожалуйста, потому что, в принципе, вот она. Угу. Вот они, запах, вот до сюда. Угу. То есть одел, у тебя здесь держится, и вот. Ну, кстати, мне кажется, симпатично. И цвет сейчас такой в моде. Да, а цвет, он такой... Темно-темно-фиолетовый. Он больше не бордо, а больше такой сиренево-фиолетовый какой-то. Нет, фиолетово-коричневый. Угу. Фиолетово-коричневый такой. Да, но на камеру он мне передает как коричневый. Да, на самом деле более такой фиолетовый. Да, вот так вот. Угу. Вот ниже попы. Видите, как очень длинненько. Ой, угу. Даже вот до колен у меня. Ну, при почти. Моем росте оно до колен. Угу. Почти. Угу. Вот. Еще немаловажная вещь. Карманы есть. Так, а вот эта кофточка. Вообще это туника. Я заказала маме 58 размер, но она сама по себе такая, мне кажется, свободного кроя. Да. Да, то есть она не должна быть в облипку, мне кажется, очень хорошо сидит. В облипку она вот так. Да, она хорошо. Бы, да, подчеркивала все. И вот это украшение, ну, кстати, оно здесь прямо в тему. В кажется. Тему, в тему. Да. В тему. Мама его не будет отрывать. Нет, не буду. Да? Нет. Ну, потом, если мало ли, при стирке оно, допустим, испортится, потому что бывает, вот там облезает что-то такое, да. То можно его спокойно ножничками аккуратненько отпороть, и будет у вас просто кофточка. Но мне кажется... Очень хорошо. Да. Видите, рукава, они не идут по... Ну, я не знаю, они не должны были до этого, до сюда. Они некрасиво смотрелись. Да, такие слегка укороченные, получается, рукава. Надеемся. Да, они прямые. Шивной рукав. Все пряменько. Плотненько. Да, плотненько, очень с разрезом. Плотно. Здесь вот таким вот. Угу. Вот так. Красивенько. Да. Маме больше всех она понравилась, да? Да, я ее в субботу одену. Да. Я ее уже в субботу одену. Все. Да. Плотненько, хорошо сейчас. Да, такой очень плотный материал. Он как... Такой, видите, как, как вязка. Как трикотаж, что ли, да, такой. Вязаный трикотаж, вот трикотаж. Он. Двойной туда-сюда. Угу. Черненький. А здесь беленький. Видите как? Да. Здесь беленький, а здесь с обратной стороны черненький. Такой вот он, как бы двойной получается. Угу. То есть, видите, вот даже я вот могу вот их разделить. Видите как? Угу. Здесь белый квадрат, а вот здесь вот черненький квадрат, поэтому он такой вот и выглядит. Ну, плотный, тепленький, на зиму хорошо да. будет. Да, сейчас. Да, сейчас будет уже зима, тоже кварсить. Зима как ударит. Как ударит. Кстати, на следующей неделе потепление опять. Ну вот. Ну я же купила себе теплую куртку, а ты теплые кофточки. Да. Ну как бы грех теплу не настать. Да. И теплые носки мужикам да. купила, поэтому, ну как да, бы оно, так, приятие, оно так и должно было быть. Да, вот такие красота. Так, девочки, вот смотрите, померила я на своем старшем вот эту футболку. Которая, и вот тут мама сзади меня веселит, которая вот этот вот, что у нас, 44-й размер. И она подошла как раз вот моему старшему сыночку, так что он ее заберет себе. Тебе нравится футболка? Вот. У него, видите, такой вырез здесь сделан. Вот, ему понравилось. Ну, в общем, отлично дома ходить. Вот, значит, остальные тогда примешу. Так что вот такой вот у нас получился заказ, в принципе, для мужчины и мамы моей. Маме, кстати, очень понравились вот эти кофточки и предыдущую вот синенькую, которую мама заказывала, там еще какие-то. Она носит вообще с огромным удовольствием, она же у меня сейчас ходит на всякие, ну там, мастер-классы, в общем, она посещает, там всякое по рукоделию свое. И у нее, кстати, даже спрашивали, откуда у тебя такая красивая кофточка. Так что мама вам очень сильно советует, очень сильно рекомендует. Ну а брюки я уже не стала с вами мерить, обычные такие полуспортивные, на попе облегают, по длине идут прямо. Давайте, я все ссылки на все товары, которые я сегодня вам показала, оставляю вам внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч!